Лайв студія на сьомому каналі. Мене звати Світлана Пензова. Мої вітання. І починаємо з такої теми. У місті демонтують незаконно встановлені юніпаркери. Демонтажем є об'єктів, які обмежують вільний рух пішохідів і транспорту, займаються працівники комунального підприємства «Міські дороги». Так, зокрема, минулого тижня відпрацювали такі адреси: Буніна 17, Грецька 23, Троїцька 31, Мала Арнаутська, Ріг Чорновола. Також працювали на проспекті Гагаріна, вулиці Довженка та вулиці Олександра Невського. Роботи виконувалися відповідно до розпоряджень Приморської та Київської районної адміністрації. І будемо говорити про це із Андрієм Московченко, громадський інспектор з безпеки на транспорті, з нами на прямому зв'язку вайбером. Вітаємо вас, Андрію. Доброго дня. Добрий день. Отже, в черговий раз взялися у місті за демонтаж юніпаркерів. Я попрошу вас нагадати, наскільки законні такі об'єкти, зокрема у подвір'ях? Ну, безусловно, про такі штуки в ПДД нет ні єдиного упоминання, поэтому говорить о том, что они могут находиться на дорогах, не приходится. С другой стороны, причина, по которой они устанавливаются, тоже объективно понятна. Люди, которые проживают, работают или постоянно находятся в одном и том же месте, в частности, своим транспортным средством, хотят как-то себе повысить уровень комфорта и исключить как минимум те автомобили, которые можно не на 5-10 минут припарковать, а которые можно поставить и навсегда за них забыть, что в Одессе тоже периодически случается. В целом, конечно, таких вещей, по идее, быть не должно. А наскільки вони все ж обмежують вільний рух пішоходів і транспорту, і наскільки у подвір'ях вони безпечні? Тому що, якщо, наприклад, у темряві і складений юніпаркер, так, то його взагалі неможливо помітити. Смотрите, вообще вот эти штуки, если говорить про безопасность дорожного движения, к ней отношение имеют крайне малое. То, что происходит во дворах, это ж немножко такая, знаете, как домашняя тематика, и, в принципе, ограничить проезд во дворы тем людям, которые там не проживают, на сегодняшний день стало достаточно модным, и не за счет вот этих вот примитивных штук, а установкой целого шлагбаума. Да, мы же знаем уже такие примеры, когда ограничивают въезд именно этим способом. Что касается применения этих вещей уже в общественных местах, то, безусловно, это связано с катастрофической нехваткой парковочных мест и какой-то возможностью владельцам магазинов, офисов или других каких-то территорий сохранить какие-то парковочные места для своих клиентов или для себя лично. І тут, звісно, назріває питання, наскільки це законно, в тому плані, що чи можуть власники магазинів, кафе, барів, ресторанів, таке інше, встановлювати юніпаркери, і якщо навіть вони встановлюють, або ж такі, так, ковпачки, то чи може просто автомобіліст заїхати, не обов'язково користуючись послугами? Он, безусловно, может заехать, убрать это ограничение, заехать, поставить свой автомобиль, но практика показывает, что по возврату к своему автомобилю можно обнаружить спущенное колесо или поцарапанную дверь. Надо понимать, что вот этот ограничитель, это как способ борьбы с теми условиями, в которые сегодня находятся люди, и они ищут варианты, как им сделать себе немножко комфортнее жизнь. При этом, естественно, на первую строчку выходит именно комфорт свой собственный, а уже потом всем остальным. Одесса имеет колоссальную проблему в организации дорожного движения, и не только в системе парковок, а вообще в стратегии развития дорожного движения. То, что у нас сейчас происходит, мало, скажем так, неконтролируемый процесс, потому что получить информацию при предварительном моделировании нет возможности, а значит,
все, что мы делаем, все, что мы меняем, в конечном итоге мы в живом времени наблюдаем за теми изменениями и делаем, по сути, делаем корректировки уже исходя из тех фактов, которые мы получили, а их заранее можно было предупредить. Андрію, я вам дуже вдячна за ваш фаховий коментар, за думку. Отже, Андрій Московченко, громадський інспектор з безпеки на транспорті, говорили про проблему юніпаркерів у місті. Нагадаю, працівники КП «Міські дороги» взялися демонтувати незаконно встановлені об'єкти.